Привет! Я составил свой топ-5 мест для путешествий по республике и с радостью поделюсь им с тобой. Уверяю, туда ты доедешь даже на низкой машине. Но прежде чем начну о них рассказывать, я попрошу поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые. А теперь погнали! Пятое место. Розовые скалы. Расстояние от Уфы около 200 километров. Подъем пологий и достаточно легкий. С вершины открываются прекрасные панорамные пейзажи на реку Инзер и леса. Полное видео об этом месте вы можете увидеть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Четвертое место. Скала у Клыкая. Расстояние от Уфы около 140 километров. Подойдет для путешествия выходного дня. Полное видео по ссылке. Третье место. Скалы Малый Колпак и Большой Колпак. Находятся на реке Белая. Расстояние от Уфы около 60 километров. Добраться к подножиям скал можно только по воде. Но будьте осторожны, при высоком уровне реки течение возле скал очень сильное. С вершины скал открывается красивый вид на реку Белая. Второе место. Пещера Вертолетная находится в 60 километрах от города Уфы. Вход платный. Глубина карстового провала составляет 100 метров, ширина около 80 метров. В восточной части пещеры имеется озеро, его глубина 2 метра. А подводные коридоры озера составляют около 150 метров в длину. Но еще не все исследованы. Первое место. Десяткинский порог на реке Бирь находится в 120 километрах от города Уфы. Здесь не так много туристов, поэтому если вы хотите побыть с природой один на один, то это место для вас. А полное видео можно также посмотреть по ссылке. Вот наш топ-5 и подошел к концу. И я советую всем вам посетить хотя бы одно из этих мест. Спасибо за внимание и до новых встреч!